По беспричинной милости Шри Гуру и Вайшнавов под руководством мы совершаем Шри Враджа Мандала Парикраму. И место, в которое мы пришли, называется Дауджи. Шрила Мадху Махарадж говорил, что Дауджи проявлен в 5 местах. В особенности упоминается во Вриндаване. Рядом с Гиридхари Гаудимадхам есть Харидев. Итак, каково значение имени Баладев? Бала означает сила. Тот, кто дает шакти, энергию, тот, кто наполняет всем потенциалом все живые существа. И если мы не получим милость от Дауджи, Баладева Прабу, у нас не будет силы развиваться духовно. Лачина Дас Такур поет в своем баджане. Abhimana Abhiha Mahirabha Shri Vrindavana. Когда Луналоки Нитянанда Прабху прольет на меня свою милость, и если мы не обретем его милость, то тогда наши материальные привязанности к материальному миру никогда не покинут наше сердце. Только благодаря его милости желание наслаждать свои чувства могут покинуть наше сердце, только благодаря его милости. Наше сердце, если не наполнится милостью Баладева Прабху, то мы не сможем обрести милость Кришны. Когда он явился в лоне Рахини Деви, Кришна говорит. Итак, Кришна говорит, я никогда не покидаю Вриндаван. Итак, Праджендра Нанда Наши Масундар никогда не покидает Вриндаван. Также Рахини Нандан никогда не покидает Вриндаван. Мадхури Двараки, там Васудена Нандан. Это не Рахини Нандан Баладев. Поэтому также Рахини Нандан, как и Праджендра Нанда Наши Масундар Шри Кришна, никогда не покидает Вриндаван. Это место, где было проявлено божество Баладева Прабху. И Лочан Дас Такур, Бхактинот Такур говорят. Когда вы воспеваешь имя Нитай Гауранга, мое сердце танцует в экстазе. Какова же милостливая аватара Господа Нитянанды. Все наши грехи будут вымыты из сердца, только воспевая славу Нитянанды.
Итак, мое сердце танцует в блаженстве, воспевая его имя, имя Баладева Прабху. Он такой милостливый. Видели вы когда-нибудь личность, которая постоянно проливает свою любовь и заботу? Итак, Нитянанда Прабху говорит. Даже Джагай Мадхай разбили ему голову. Нитянанда Прабху был такой милостливый, что он одарил своей милостью обоих. А несмотря на то, что они разбили мою голову, просто воспевая имя Гаура Хари, я проливаю галоны милости. Итак, без милости Баладева Прабху невозможно обрести милость Кришны. Ведь Господь, Он Сат-Чит-Ананда, а Баладев Прабху — проявленное божество энергии Сат. Все бытие исходит из Него. Когда Кришна нисходит в материальный мир, сперва нисходит в этот мир Шри Баладева Прабху, который устраивает все проявление Его Дхамы. Поэтому сперва приходит Баладева Прабху. Шри Чайтанья Махапрабху пришел вкушать Кришна прему, любовь к Кришне. И кто взял его к себе на колени, сам Баладева Прабху, чтобы тот мог погружаться в своем экстазе, познавая все возвышенные чувства любви к Господу. Итак, он служит во всех расах Шри Кришне, в Дасе, Саки, Вацали, Мадхури, как мальчики, пастушки у него есть, либо. И Кришна спит на его коленях. Для служения Шри Кришне в Шрингарасе он становится Анангаманджари. И становясь Анангаманджари, таким образом, Баладева Прабху может служить в Шрингарасе ему. Когда Господь Рамачандра не сходил в этот мир, он пришел, как его брат Лакшман. Он также служит ему, как слуга. К примеру, как Ситу был похитил демон Равана на Шри-Ланку. Тогда, когда Рамачандра забрал ее назад, Рамачандра решил проверить ее, насколько она благочестива. И тогда Лакшман сильно разозлился. Она подобна моей матери, а ты так поступаешь с ней. Итак, ты должен... Рамачандра продолжал. Я хочу провести огненный тест, проверку через огонь, насколько благочестива Сита. Лакшман очень злился, потому что он был младшим братом. А когда Дашарат Махарадж исполнял желание своей супруги Кайкеи, тогда он гневался и говорил: «Ты что, сошел с ума? Ты посылаешь Рамачандру в ссылку в лес?» Итак, когда Господь Рама похитил, расстался с Ситой после того, как вернул ее на Айодхью, он злился на нее. Он злился и думал: «Я больше никогда в жизни не приду, как твой младший брат, чтобы не выполнять такие поручения от тебя». И поэтому он пришел в Двапара-югу, как Баладева Прабху, как старший брат Шри Кришны. Поэтому лучше я явлюсь как старший брат и буду управлять им. Вот это бхакти. Существует три вида севака. Каништха севак, Матхьям севак и Утам севак. Утам севак, он служит искусным образом. Он знает желание своего Прабху. До его наказа он исполняет его желание. Мадхьям севак — это тот, кто, получая наставление, наказ, он тут же выполняет его.
А, конечно, Севак, что он делает? О, Гурудев вдохновляет его служить, но он ничего не делает. О, Гуруджи, хорошо, ты так много наставлений мне даешь, но он не следует этим наставлениям. Но в действительности он не севак, он подобен баке, цапле. И так Баладева Прабху стал старшим братом Шри Кришны. И он стремился исполнять все желания Шри Кришны до того, как он что-либо пожелает. И так он пришел как старший брат Кришны. И сперва он убил демона Денакасура в Талаване. Мы уже посещали это место. Денакасур был в облике осла. Путана — это олицетворение невежества, полностью нечиста. Путана. И Баладев Прабху, убивая демона в облике осла, также убирает все невежество из нашего сердца. Итак, Денакасура также олицетворение невежества. И он убил этого Денакасура в облике осла. А мы, подобно ослам, скитаемся в этом материальном мире. Тот, кто живет в этом мире материальном, не совершает поклонения Господу, не слушает жизнедеяния, сладостных игр Шри Кришны. Он подобен, такая личность подобна ослу. Если кто-то не совершает баджан, поклонение Господу, подобен ослу. И чтобы разрушить все наше ослоподобие, невежество, может только Баладев Прабху. Дальше он убил другого демона, Гаданасура. Кто такие ослы? Ослы, когда видят много травы вокруг себя, они едят эту траву, оглядываются, видят, так много травы, я совсем ничего не съел, из-за этого он худеет. Но когда сезон зимы, травы не так много, он ест чуть-чуть травы, видит, что травы нет, и он думает, я так много съел, и он толстеет. И так наш Шрила Гурудев говорил, мы также подобны ослам, потому что мы жаждем так много богатства, желаем женщин или мужчин, желаем детей и желаем быть стройными или толстыми. Но если мы будем совершать практику бхакти, мы действительно станем счастливыми. Тогда все ослоподобие, вся ослиная природа оставит нас. Еще одна история про ослов. Один пастух, который перевозит на ослах различные вещи, он забыл с собой веревки, ослов на ночь связывают, чтобы они не разбежались. И там он тогда спросил одного саду в том месте, где он остановился, что же мне делать, у меня нет веревок, если я их не свяжу, они разбредутся. И саду сказал, тогда ты просто цементируй, что ты связываешь их. И так этот человек так и поступил. А утром, когда он проснулся, он стал двигать ослов. Пошли, но ослы стояли, не двигались. Тогда он отправился к этому саду и спросил, вы дали мне такую мантру, но теперь ослы не двигаются. И саду спросил его, а ты развязал их? Ты сымитировал то, что ты развязал, а кто-то сказал нет? Тогда сделай, они пойдут. И он поступил, как сказал саду, и ослы пошли.
Итак, какой пример приводится? Джива – частичка Верховного Господа. Ее природа вечна, она обладает вечным сознанием. Джива – это душа. Итак, душа скитается, джива, в этом материальном мире, сменяя различные тела. Иногда она в теле обезьяны. И как, что делает обезьяна? Обезьяна пытается добыть все время пищи. И те, кто ловит обезьяну, не кладут банан в кувшин. Ее ручка такая тоненькая, она за бананом совывает руку в кувшин. И не может уже отпустить этот обезьяны, этот банан. И не может вытащить руку из кувшина. И тогда тот, кто ловит обезьян, таким образом ловит их. И так подобным образом, как обезьяна держится за этот банан в кувшине, так же и мы держимся здесь, в этом материальном мире, за все. И также есть попугай, который садится на палочку, чтобы поклевать фрукт. И так... Охотник ловит попугая, когда он садится на эту палочку, эта палочка опускается и накрывает попугая. Итак, мы постоянно находимся связанными в этом материальном мире. Мы не можем выбраться из него. Мы все время думаем, о, как же будет с моей семьей, что будет с моими детьми, с моей женой или мужем. Так мы связаны в этом материальном мире. Итак, когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньяс, до этого его старший брат стал саду, и только отец оставил этот мир, и его осталась только мать, которая была в преклонном возрасте. Так Махапрабху принял саньяс. И также есть пример Рагхунатха Даса Госвами, который оставил всю свою богатую семью, свою красавицу жену, красивее, чем мисс Вселенная. Он полностью предался Господу. Если мы думаем, что без меня ничего не будет происходить, я должен помогать, то это не так. Если мы оставим свой дом, отправимся во Вриндаван, на самом деле, и будем совершать баджан Господу, то все обретут благо, все члены семьи, все будет в умиротворении, все будут получать благо. Тот преданный, который полностью предается Господу, совершает баджан, поклонение Ему, Господь проливает все необходимое на самого преданного и на всех, кто связан с ними. И здесь находится Пракаш Баладева. Баладев очищает наше сердце от всех анард, всех нечистот, всех грязи, грехов. Итак, Баладева Прабху. Совершает очень много игр вместе с Господом. В его играх, как Рамачандра, он приходит как Лакшман. Когда не сходит Шри Кришна в этот мир, он приходит как Баладева Прабху. И однажды жил-был один человек, который совершал много грехов. Он также плохо отзывался о своей жене. Если кто-то отделяет гуру от Бхагавана, но на самом деле они единая татва, они не отличны друг от друга. Итак, мы пришли к лотосным стопам Баладева Прабху. И мы молимся его лотосным стопам, чтобы он пролил милость на нас, чтобы мы могли обрести вечное знание, трансцендентное знание, и смогли, чтобы все привязанности к материальному миру покинули нас.